Всем привет! С вами Татьяна Кузьмина. И в этом видео я хочу вместе с вами полистать новый четвертый каталог. В нем очень много выгодных предложений и много новинок. Приступаем! На первой страничке у нас новый аромат Рената. Рената Секрет называется аромат. Вот такой зелененький будет флакончик. Вы знаете, на мой взгляд, этот аромат прям очень соответствует образу Ренаты. Это такие зеленые ноты превалируют в данном аромате. У меня уже был пробничек, я успела его попробовать, но ноты, честно говоря, сама не отгадала. А здесь вот уже есть ноты, основные ноты аромата, бергамот, зеленый инжир и ветивер. Действительно, очень хорошо читаются эти ноты. Единственный недостаток данного аромата, он недостаточно стойкий, на мой взгляд. Поэтому обращайте внимание на этот нюанс. Но, как все парфюмерные воды, он держится, конечно, дольше, чем туалетная водичка, но и тем не менее. Все-таки устойчивость меньше у него, чем вот у этого аромата. Вот этот аромат вообще очень стойкий. Тоже Ренат, это первая наша версия была ароматы, но здесь совсем другие ноты. Здесь в нотах идет у нас фрезия, кашемировое дерево и специально какой-то компонент входит в состав данного аромата. Так, что здесь у нас еще? Смотрите, у нас выгодное предложение. Это с 50% скидкой идут премиальные крема, антивозрастные. Платинум, серия Платинум. У меня есть еще, я пользуюсь из этой серии вот этим ночным кремом. Он мне очень нравится, но дневной крем у меня уже закончился. Так что серия очень адекватная и для того, чтобы поддержать нашу кожу возрастную, очень-очень мне она нравится. Дальше, девочки, пошли, смотрите. Пошли у нас новиночки. Новые серии появляются Weekend. И здесь у нас крема, уходовое средство. Эта серия, она подстраивается под наши циркадные ритмы и способствует восстановлению кожи. Здесь у нас появляется увлажняющий гель. Дальше здесь у нас ночная маска для лица и восстанавливающий крем для лица и восстанавливающий сыворотка для лица. Вот в этой линейке средств. Дальше идут наборчики, и среди наборов у нас новиночка появляется. Смотрите, серия Blur среди новинок. Это наш крем с эффектом Photoshop и масочка. Обратите внимание, со скидкой 50% обязательно возьму, потому что это очень выгодно. Мне кажется, у нас вот был крем Blur, он там 15 мл было, а здесь написано, что в упаковочке 30 мл, так что очень выгодно купить данный кремчик. И вот эта серия Oxyology тоже идет в наборе, как подарочный вариант, очень привлекательно. Много здесь у нас наборов всяких разных, вербена, гран-прикс по уходу за руками, тоже наборчик идет. Появляются новинки бижутерии. Ну, вы знаете, честно говоря, это не бижутерия Флоранж, а именно фаберликовская бижутерия. Ну, как-то я не очень люблю такую бижутерию, она как-то простовато смотрится, может быть, действительно, вот на таких молодых, красивых девчушечках и ничего, но сама я такие вещички для себя уже не покупаю. Уже покупаю что-то более статусное. Ну, естественно, у нас здесь пакетики. Снова наборы по выгодным ценам. Вот Офеерик набор идет у нас за 699 рублей. Очень выгодное предложение. Обратите внимание, вот эта парфюмерная водичка Флерет в данном каталоге она стоит уже 828 рублей. А в действующем третьем каталоге она идет по цене 649 рублей. Если кто-то из вас планирует приобретать эту воду, то выгоднее ее покупать именно в третьем каталоге, а не в этом. Большие скидки у нас на парфюм. 55% скидка на Феста Девиту. Много парфюма вообще в данном каталоге, очень много парфюма. Вот, обратите внимание, 55% скидка на парфюмерную воду Платинум. Тоже редко бывает такая скидочка на данную водичку. Ну, как я уже сказала, парфюма очень много. Есть наборы парфюмерные тоже идут со скидкой. Туалетные водички, парфюмерные водички. Вот набор Юма Феличи и Дона Феличи за две парфюмерные водички 1299 рублей. Тоже выгодно в данном каталоге купить. Инкогнито со скидками 50%. Урбан Легенд. Тоже водички со скидками.
Lancelot 55% скидочка в данном каталоге. И редко бывает на этот парфюм такая большая скидка. Тоже обратите внимание. Астерион, тоже мужская вода, 45% скидка. Вот эти водички из серии S8 со скидкой 50% идут. Правда, одна из них только идет, которая вот эта вот по центру колонь. Она идет с этой большой скидочкой. В общем, парфюма очень много, девчонки. Я вам прям вот все показывать не буду по парфюму. Новиночка. У нас появляется новая тушь в этом каталоге. Новинка данного каталога. И эту тушь, она позиционируется, что ее можно будет снимать даже обычной водой. Но при этом она как бы хорошо держится, не осыпается, хорошо ровненько ложится. Вот так она на глазках у нашей модели. У нее очень интересная кисточка. Вот такая трехмерная какая-то объемная кисточка. Силиконовая кисточка. Обратите внимание на эту тушь. И она будет стоить 249 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Со скидкой 50% у нас будет вот эта палета теней за 349 рублей. Что еще у нас здесь по скидочкам? Сейчас я вам основные моменты освещу. Палеты, девчонки, обратите внимание на эту палету. Значит, здесь хайлайтер, румяный и бронзер. Со скидкой 40% 359 рублей она будет стоить. У меня есть такая палета, очень она мне нравится. Прям активно ей пользуюсь. Но она очень экономная, естественно, надолго вам ее хватит. И еще со скидкой 30% идет у нас вот этот корректор для лица CC. За 269 рублей он в данном каталоге. Так, 40% скидка на пудру. Теперь обратите внимание, набор. Кому нравится вот такая тушь, я знаю, что есть любители этой туши. Вместе с помадой Овация набор будет стоить 599 рублей. Тоже достаточно выгодное предложение в данном каталоге. Так, обратите внимание, у нас появляется новинка. Вернее как, у нас изменилась упаковка из серии «Эксперт» с ретинолом. А, нет, это новиночка на самом деле. А, вот здесь новый дизайн. У нас был такой уже кремчик, он был в старой упаковке, в старом дизайне. А сейчас упаковочка обновилась. А это вот у нас новинка прошлых каталогов. Ну, она еще и в этом каталоге новиночка. Кремчик с ретинолом из серии «Эксперт». Также, девочки, со скидкой 45% идут вот эти крема из серии возрастной Renovage, возраст 50+. Активно пользуюсь этими кремами. Нравится мне эта серия. Вот посмотрите, у меня есть и дневной кремчик, и ночной крем у меня. И есть крем для век. Адекватная вполне серия. Достаточно хорошая она дает эффект. Единственное, что здесь в кремах мне не сильно нравится отдушка. Это единственный ее минус. И вот такой я купила антивозрастной тоник из этой же серии. Так вот, кремчики в этой серии. Обратите внимание, какие приятные цены. Вот эти черные цены сверху. В общем, очень классная акция на них. Так, что здесь? Ну, здесь у нас, как всегда, прежние линейки продуктов. Так, обратите внимание, за 169 рублей у нас будет вот эта красочка из серии «Салон Кэя». Тоже мне очень нравится краска. Вот у меня всегда в заначке есть одна упаковочка. Активно ей пользуюсь. Прям шикарная красочка. Обычно она стоит 229 рублей. Ну, бывает и за 169. И вот в данном каталоге также эта цена 169. Обязательно ей воспользуюсь этой ценой, этим предложением и куплю себе. А вот краска «Ботаника» стоит 119 рублей, то есть скидка 50% на нее, поэтому тоже, кому нравится эта красочка, обратите на нее внимание. Мне все-таки «Салон Кэя» и «Эксперт» из красок нравятся больше эти серии, чем «Ботаника». Как-то вот «Ботаника» вообще мне не зашла ни крема, ни вот эта красочка. Девчонки, у нас появляются новинки в серии «Дом». Смотрите, силиконовые формы, но сразу скажу, не дешевый, не экономичный вариант, но обещает быть, в общем-то, достаточно удобными в применении. И вот здесь у нас еще коврик для теста, вот такой разделочный, здесь разметка, если вам нужно какого-то определенного размера раскатать тесто, то можно ориентироваться прямо по этой досточке.
Из новиночек, что у нас появляется разделочная доска, и смотрите, какая она интересная. С одной стороны, у нее такие вот пупырышки, да, то есть поверхность неровная, но не вся, вот в отдельных местах, наверное, в отдельном месте даже, а может быть, в нескольких местах здесь непонятно. А с другой стороны, она получается просто гладкая, ровная. Вот так выглядит. Ну, досточка тоже не из разряда дешевых, но у нас аксессуары всегда они раритетные, скажем так, эксклюзивные, и всегда они стоят определенную цену. Дальше, за удобство надо платить. Появляется новиночка среди кухонного мыла, по-моему, цветочный аромат, сейчас скажу, мыло для кухни, называется «Весенние цветы», цветочный аромат, вот тоже за 89 рублей можно приобрести будет. Выгодно сейчас купить будет в этом каталоге кондиционер детский для белья. Он будет стоить всего лишь 159 рублей вместо 350 по черной цене, когда он у нас бывает. Дальше, девочки, у нас появляется одежда для сна, для дома, пижамная вечеринка для детишек, для мам. Вот такие вот комплекты, очень милые. Очень такие нарядные, весенние, прям настроение сразу возникает. Смотрите, классно. Так, теперь из новинок, что у нас? Ну, понятно, что серия Флориссимо, она также представлена в этом четвертом каталоге. Ну, что останется, потому что я так понимаю, что она разлетается, как горячие пирожки. Так что успейте в этом каталоге себе приобрести наряды из серии Флориссимо. А новиночка, вот такой у нас появляется палантин, такого мятного цвета, очень приятный, пастельный оттенок, классно. Пастельный, да? Так, девочки, в этом каталоге, смотрите, новиночки, это вот такие красивейшие босоножки и сумочка. Такое очень шикарное дополнение к моделям из коллекции Флориссимо. Вот такие платочки. В общем, здорово. Здесь же, смотрите, вот такой милый рюкзачок тоже. Очень будет хорошо сочетаться с этой коллекцией Флориссимо. Туфельки. Ну, не знаю, туфельки это не мой вариант. Я считаю, что это какой-то бабулячий вариант. Честно говоря, вот туфли как-то, не знаю, не мое. Для школьниц каких-то. Вот, но интересное есть предложение. Например, вот такая обувь. Значит, здесь у нас, как это называется, это кеды, кроссовки и слепоны. Кеды вот такие белые, и на них идет вышивка, орнамент тоже в стиле Флориссимо. Дальше. Кеды, значит, кроссовки вот такие. Причем кроссовки необычные. Здесь какая-то технология, сейчас я вам даже прочитаю. Значит, облегченная... Дышащие кроссовки выполнены из новой бесшовной технологии вывязывания деталей верха, декорированы вышивкой. Вот по бесшовной технологии, то есть здесь нет никаких шнурков, никаких замочков, просто вот так, как галошки вы их одеваете. И слепоны, вот такие вот тоже слепоны, ну не знаю, это тоже не мой вариант, я вообще не ношу обувь без каблука, за исключением кроссовок, конечно, но для кого-то это будет актуально. Так, что у нас? Ну, дальше у нас все та же базовая коллекция, которая представлена в третьем каталоге для женщин, детей, мужчин. И, конечно же, беру все, да, то есть это уже прям у нас такое ноу-хау Фаберлик, где по очень низким ценам, вот смотрите, сейчас, например, серия СПА, конечно же, она стоит гораздо дороже, нежели тем цены, которые здесь предложены. Моя любимая серия My Honey, мед. Обязательно куплю снова набор. Здесь идет гель для душа, крем-гель для душа и шампунь за 199 рублей. Обязательно куплю, потому что действительно очень выгодное предложение. Один шампунь стоит 179 рублей, обычно со скидками, а здесь можно два средства приобрести. Ну, серия Витамания из каталога в каталог у нас идет с большими скидками, ботаником, шампуни тоже и различные средства по уходу за кожей, масочки, про руки, про ноги, лаки, все это с большими-большими скидками. И обратите внимание, смотрите, вот эта тушь, которую я раскусила, я ее распознала,
Она идет со скидкой 65% за 139 рублей. Вот я ей сейчас очень активно пользуюсь этой тушью. Обязательно себе еще пару штук куплю. Вот в эту, скажем так, распродажу, каталожную распродажу. Ну и другие губные помадки объемные всякие разные. Туши тоже идут со скидочками. Туалетные парфюмерные водички. Все с большими-большими скидочками. И акция данного четвертого каталога. Смотрите, у нас компания сделала шикарное предложение. Зарегистрируйтесь в четвертом каталоге, и сразу вам на счет упадет 1000 рублей. И вместе с заказом, с первым заказом, эта 1000 будет использована при условии, что вы сделаете заказ на 2000. То есть сделаете заказ на 2, по факту оплачиваете 1000, и еще в подарок вам в следующем пятом каталоге будет вот такой набор из серии Beauty Lab с моим любимым кремом Blur с эффектом Photoshop. То есть стоимость набора 1147 рублей, вы получите это в подарок за то, что вы выполните условия акции. И более того, вам еще с 2000 будет начислен кэшбэк, то есть возврат денежных средств в 300 рублей. Поэтому очень выгодное предложение. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне по тем ссылочкам, которые я оставила под данным видео. На этом все. Если видео было полезно, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. Увидимся с вами в следующих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.